красиво оформлено. Между хвойников как красиво оформлено. Какие они или как подморозились. Вот этот цветок. 98 рублей. Вот они со скидкой. Такие вот цветочки стоят неплохие. Даже смешные цены. Сейчас вам покажу. Или подмерзли они, или просто подсохли. Смотрите, розочка комнатная. Почему бы не взять? 44 рубля. Смотрите, какая хорошенькая. Вот она. Смотрите. Вот каланхоя. 47 рублей всего лишь. Цены такие. Вот она, бегония. Вот какая. 44 рубля. Ну, прям смешные цены. Красота. Не бегония. Вот сейчас посмотрим, вот она бегония. Сколько стоит? 110 рублей всего лишь. Красота. Такой кустик неплохой. 179 рублей. Комнатная. Плантмис. Цены. Все, спасибо большое, все, я понял. Не, не, я понял, как бы. Смотрите, какой красавчик. Цена 104 рубля. Ну, что-нибудь возьму. Обязательно. А как она визуально выглядит? Нужен вот она. Беленькая. 47 рублей. Я ее возьму и выхожу. Красоту такую. Вот она. Вот они, цветочки. Да. Вот. Ой, я сегодня наберу себе красоты. Ну, вот так вот. И розки, не знаю, сколько они стоят. Роза. Красота какая. Вот разных. Сейчас обойдем. О, какая бесподобная. Орхидейки тигровые. Вот и цена 549 рублей. Скидок нету на такую красоту. Беленькие. Орхидеи каких только нет. И маленькие карликовые такие красивые. И такой ассортимент бесподобный. Розки. Миниатюрные розы. 259 рублей. Такие. Снять, ну просто невозможно, какая красота. Красота. 399 рублей. Сейчас подойдем. Вот он. Действительно садовый рай. Фиалки. Кактусы это уже, наверное, сами сделали, подкрасили. Вот. Оригинально, конечно, смотрится. Девчата, ты ж вот сами подкрашивают, да? Так считаете?
Вот это красавцы, конечно. Бесподобные. Такой большой красавчик. Аргония. О, вот самое лучшее. И поливать надо по-селянски. Цветочек, геранька. Вот маленькие такие. Ну и главное, начинают цвести. Ой, боже. Какая красота. Оригинально смотрится. Такими шишечками. Разнообразие каких-то. Смотрите, какая розочка. Розочка. 77 рублей. Здесь просто два тросточка. Эти два пропало. Вот они идут со скидкой. Луковица фрези. Дешевели. 69 рублей стали. Луковицы и рисы. Ну, не все по акции. Гладиолусы не по акции идут. Что здесь у нас? Георгин нету по акции. Георгин много, но акции на них нет. Вот акции на розы. Вот сейчас посмотрим, в каком они состоянии, эти розы. Они вот, они уже просыпаются. Вот они уже просыпаются. Роза плетиста проснулась уже. Вот они. Почва покровная. Тоже почечка уже живые. Значит, на 20 рублей скидка. Не так уже много, но вот акция идет. Терраска в коробке. Микс номер 2. Тензия. Растения кустарники. 199. Вот это 299. Вот такие жиденькие клематисы. Вот они. Живенькие. Все, клематисы. Вот они. Проснулись, правда, рановато.